Вот такое Черное море сегодня. Рыбалка у меня почему-то никак в этом году не заладилась, и началась копалка. И первая на сегодня монетка. Вот такие вот грустненькие 5 рублей современные. Но хороших таких монеток насобирать на кока-колу хватит. Это в данном случае интереса не представляет и уходит в море. Началась дискотека у пионеров, и под эту морскую какофонию и детскую дискотеку вот такая вот обнаружилась машинка, которая, естественно, берется, потому что есть кому подарить. Следующая находочка. Ай! Хоккейный какой-то значок, видимо. Или еще что-то. В общем, непонятная вещица и изрядно изъедена. Поэтому она отправляется в море. Следующая находочка менее интересна, но первая, точнее третья пойманная рыбка из пластика. Теперь уже. Ладно, возьму. Следующая находка поражает воображение, будоражит, так сказать. Но, к сожалению, это не серебро. А это какой-то, я бы сказал, детское колечко, бижутерия, но жесткое. Извинит очень хорошо. Жаль, жаль, жаль. Ладно, возьму, подарю какому-нибудь пацанчику. За час я прошел вот эту вот кромку. Здесь до меня уже поработали дети-копатели. Ну, монетки я не снимал. Ну, в принципе, вот она, горстка монет. Интереса они никакого не представляют. Поэтому, наверное, в дальнейшем я их показывать не буду. Такого добра на пляжах всегда навалом. Мне интересно другое найти. Вот в 2016 году песок был вот здесь. В 2017 году песок был здесь. В 2018 году он подобрался к некоторым зданиям на берегу, из-за чего закрылись некоторые пионерские, так сказать, лагеря. А этому зданию вообще не повезло. Пляж был в 2017 вот здесь, в этой точке. И в этом году штормом сильным сбило вот это строение. И на этом маршруте я наковырял горсть монет, но опять-таки не нужно, потому что они все съедены в хлам и уходят в море. Сейчас я его потру чуть-чуть, потому что немножко грязноват. И наконец-то клад. Крестик серебряный. Бинго. Красавец. Немножко подъеден. Вау. Вот это да. Серебряный крестик. Красавец. В прошлом году мне вот тот пляж дал образок. Подарил, так сказать, серебряный. А в этом году серебряный крестик. Красавец. Вот это да. Ха-ха. Красавец, а. Отлично. Погоду в год по серебрушке. Хотя бы так. Море сегодня замечательное, дает возможность по кромке ходить. И у меня снова автомобильчик. Отмытый, чистенький и даже солененький. Ха-ха-ха! Да, пойдет! Отличный вид открывается на Евпаторию. Сегодня довольно-таки прохладненько, отлично.
из двух вот этих вот пляжей у меня получилась небольшая горстка монет и пуллер. Пуллер я оставлю, а вот монетки я, пожалуй, морю подарю, потому что пуллер нужнее. У пионеров сегодня дискотека. И сегодня молдавская монетка. Насколько я знаю и помню, молдавские монетки из алюминия. Видимо, кто-то прощался с морем. Жаль, что не серебро. А было и звучало красиво. Даже расслоение получила монета. Эх! Ох, какое небо красивое! Этот пляж сегодня мне дал вот такую горстку монеток. Хорошенькие я, конечно, выбрал, а эти отправятся в море. Кто-нибудь лет через 10 выкопает. Ну что ж, очередная машинка. О, и она без колес. Сейчас я ее помою и посмотрим, имеет смысл. Не имеет смысл брать. Эх, жаль. Ладно, оставим. Какой-нибудь ребеночек подберет. И наконец-то самая четкая бибика найдена. Из трех в самом лучшем состоянии и самого лучшего вида. Ха-ха! Теперь у меня три машинки. Ну, в общем, все. Все самые интересные пляжи вблизи километр плюс два я слегка прошел. И, наверное, пора домой ехать.